В небольшом приморском городке мало кто помнит об отчаянном десанте, который выбросили на берег, занятый врагом. Кроме нескольких стариков, никого не осталось из тех, кто жил тогда в нем. Да и самого города почти не осталось. Сожженный и разрушенный фашистами, он заново родился уже после войны. И вместе с тем в городе нет ни одного человека, который не знал бы о десанте. Десант стал достоянием города, его гордостью, его собственным Бородиным. Егоров, Дроздов, Коновалов, Чантурия, Степаненко, Смоляницкий, Озаренок. Thank you.
Эх, парень, молод ты, горячий, поверил анонимщику. Хочешь знать, куда дели бетон? Хорошо, я помогу следствию. По решению Совета ветеранов войны я дал распоряжение вывести бетон с территории завода. Чантурия. Степаненко. Смоляницкий. Озаренок. Я не успокоюсь до тех пор, пока не найду преступника. Того, кто стоял у обелиска, когда его строили, и тайно переписывал номера машин, привозивших бетон. Он не преступник, он враг. Действуй, сынок. Это тебе зачтется как бой. На всю оставшуюся жизнь запомни братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.